премьера. Ночь, крик, тело на асфальте. Ни мотивов, ни предсмертной записки. Только открытая страница в соцсети. Кто и зачем затеял эту игру со смертью? И почему молодые девушки выходят с балкона? Попытаются выяснить сильнейшая яснознающая страны и ее ученик. Здесь у них целая жизнь. Они сюда пускали только своих. Дневник экстрасенса с Фатимой Ходуевой. Молодой ученик. В пятницу в 18:00 на ТВ3.